Место силы. Отсюда изливается магия. Если вам жизнь дорога. Уважаемый, будьте осторожны. На болотах чудище сидит. Кто в туман войдет, тот уж дома не увидит. Расскажи мне что-нибудь еще об этом чудовище. Сам я его разве что однажды видел. Да и то издалека. Сперва подумал, что человек. Но он как обернется, а у него глазища полыхают, как угли, и пасть клыкастая. Гуманоид. Ведет ночной образ жизни. Когда он начал нападать? С неделю тому назад. Тогда Вейбор пропал. Несток и Томил пошли его искать, тоже не вернулись. Я вот испугался. Теперь уже никто на болото не ходит. Лагерь стоит пустой. А там такой торф, господин, черный, как смола, маслянистый, и на растопку хорош, и на... Страшно интересно. Но вернемся к делу. Я так понимаю, это ты повесил в штеггерах объявление? Понятное дело, я. Хорошо, хоть кто-то читает эти писульки. А то я 60 яиц отдал писарю за помощь. Я могу помочь. Заплату. Разумеется. За даром-то даже волк лук не тянет. Боюсь, мне надо больше, чем валу. Сколько ты готов заплатить? Ох, дорого вы берете за услуги, мастер-ведьмак. Ну, пускай так. Я согласен. Хорошо, я берусь за работу. Где искать чудовище? Так к югу отсюда начните. Только осторожней. Над этими болотами мор какой-то висит.
Глаза щиплет, в горле скребет. Да так, что задохнуться можно. Здесь что-то есть. Где там артефакт Кейры? Следы когтей разные. Значит, особей несколько. След был скрыт магией. Это уже интересно. Необычный туман, этот запах, кажется, пахнет металлом. Он даже оружие не успел вытащить. Чудовище должно быть напало из укрытия. Похоже, это старый туманник, который прячется за иллюзией. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Thank you.
Какие вести? Чудовище убито, мгла развеялась. А, вот ведь в деревне обрадуются. Ну, вы заслужили награду. Прошу, и счастливого вам пути. Ты дал меньше, чем мы договаривались. Потому как, мастер-ведьмак, я ведь из-за этой бестии торф копать не мог. А семью-то кормить надо. У меня едва-едва пригоршня крон осталось. А мне бы инструменты еще прикупить. Помилосердствуйте. Я заплачу, в два раза больше заплачу. Только через неделю, как на ноги встану. Будь по-твоему. Но если ты думаешь, что я забуду, тебя ждет неприятный сюрприз. Спасибо, мастер-ведьмак. От всего сердца спасибо. Да поможет вам Мелители. Пусть детки у вас... Давай за работу. У тебя неделя. Топцы лезут отсюда, лучше здесь все взорвать. Ow!
Я на верном пути. Была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты. Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда! Я ищу ведьм с кривоуховых топей. Ты ж сам такой, как ведьма. Ведьм с топей? Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Зёмка, бабушка сказала, это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется? Что же вы делаете одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы. Все? Война ведь? Вот и сироты. Чему тут девиться? На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ховайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Так и говорил. А есть тут еще кто-нибудь, кроме вас? Это кто? Кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерево весь год спит. Может, ты Вася? Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Ты болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топях. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлы, ни совы, и ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот, видишь? У бабули красивый носик. Моя ты хорошая. Дети такие сладкие. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел. Кто такой Ивасик? Ивасик, карасик, выдул весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Броняться и броняться. Ничего больше. Сплошная брань. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разукрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Молодая девушка с серыми волосами. Мне надо понять, встречала ты ее или нет. Дети, что смотрите?
Идите мыть руки, будем ловить сверчков. Вижу, ничего я от тебя не добьюсь. Так я ничего и не знаю. И Васик точно знает. О чем я его не спрошу, он отвечает: погоди, сейчас почешу себе гузно и придумаю. Что это за слово? А ну, живо в хату, живо в хату. Будешь у меня в углу стоять, и я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты уходи отсюда, уходи. Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А и Васик придуманный. И чужие детей крадут. Скажи мне только, где найти и Васика? И Васик придуманный. Уходи! Уходи! Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Вы сами-то Ивасика видели? А то, на вид примерно, вот как он. Так почему вы говорите, что он придуманный? Бабушка сказала, а бабушка много знает. Мальчик, который с Ивасиком водится, должен быть храбрый. Глупый он, а не храбрый. Один раз голой попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится. Не слушает бабушки, бегает в лес. И сидит за это в заперти потом. А еще он улиток ест. Бе! Бабушка вас не обижает, не колотит? Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет. И боится. Потому что говорит, что нас чужие могут забрать, и мы тогда пропадем. Девушка, о которой я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно, только услугу за услугу. Поиграй с нами в прятки, а то бабушка не хочет. Говорит, у нее кости ломят. Идет. Прячьтесь, а если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает Ивасика. Думает, нас так легко найти. Он-то, небось, от черных не прятался.
Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. Раз, два, три, 18, 19, 20. Я иду искать. Вот ты где. Как ты меня углядел? Я тебя нашел. Не прячься. Вот ты где. Повезло тебе. Все нашлись. Ты чародей, да? А ты покажешь нам фокусы, когда к домику подойдем? Нет, лучше вспомни, что вы обещали. Я вас нашел. Теперь держите слово, помогите мне поговорить с приятелем у Васика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Шмель в голодно укусил! Иди сюда, бабушка! Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. А где все ваши родители? Померли. Одни с голоду. Других поубивали. Моих... Раз пошел я на заре за ягодами, тогда еще много ягод было. А как домой возвращался, услышал крики. И смех такой. Подошел и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала, а солдаты смеялись. Батька лежал у ворот сарая, совсем без головы. А потом мама... Все, не надо, хватит. Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Боязно мне за Ивасика.
он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нору, но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими, а то потом дети пропадают. Из-за Ивасика она тоже боится, хоть и говорит, что он придуманный. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы? А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он не придуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Что тут такое? Кто сказал «гузно»? Хорошее это слово. Хорошее. Не плачь, Ясенька. А Яся глупая свинья. Нельзя обзываться. А вот она говорит, что как я засну, придут ночью крысы и мизинки выгрызут. Нельзя так говорить. Проси прощения. Гузно! Буду тут стоять, пока не попросишь прощения у нее и у меня. Торопиться нам некуда. Прости, пожалуйста. Никакие крысы к тебе не придут. И я знаю, что нельзя говорить. За прощение будет угощение. Порадую ваши животики. Ты чего здесь, а? Тебе тут делать нечего. Держись подальше от детей. Если Васик настоящий, наверняка он оставляет следы. Следы маленьких ног. И Васик здесь проходил. Следы ведут к норе. Интересно, что внутри. Ивасик!
Не бойся. Ты хмурница? Луговик? А, прибожик. Мало вас осталось на свете. Я ищу девушку с серыми волосами. Ты ее видел? Расскажи мне все сначала. Где ты ее видел? Что она делала? Мне это очень важно. Почему? Ты хорошо знаешь детишек с поляны? Не бойся, я никого не обижу. Ты здесь живешь? Нора уютная и место хорошее. Ты, наверное, знаешь все, что творится на топях. Тебе не мешают чудовища по соседству? В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Мне идти за тобой? Что ж, выбора нет. Не отходи от меня. Мы пришли? Да, я огляжусь. На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? А, может, тебе нужна бутылка из гнезда? Я ее уже вытащил. Держи. Веселился уже? Мои любимые слова. Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачунницы все равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный, кто бы ты ни был. Прощай и будь здоров.
Погоди, погоди. Я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Ты что, хочешь превратить прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами? Как вышло, что ты потерял голос? Просыпаюсь я поутру и собираюсь по обычаю своему попеть с дроздами. И не могу извлечь ни звука. Я старался изо всех сил. Да меня чуть удар не хватил. Тогда я пошел в деревню. Там, говорят, новая колдунья творит чудеса. А люди стали кричать: «Душегубик, душегубик!» И спустили на меня собак. Я что, похож на душегубика? Не похож. Вот и я о том же. По-моему, это дело ведьм. Кто еще мог меня заколдовать? Знакомый дрозд помог мне отыскать голос, но достать его я не мог. Попросил бы знакомую ворону отдать тебе бутылку. Бесполезно. Вороны ведь ведьмам служат. Удивительно, как можно упрятать голос в бутылку. Вот и я удивляюсь. Это же всем голосам голос. Иной раз как лесной ручеек, а иной раз как гром. Ну и будем честны, болтаю я столько, что льется, как из бочки через край. Кто-то по простой прихоти или из злости воспользовался очень мощной магией. Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел ее? Еще бы не видел. Как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит, птички поют, ветерок веет. Сижу я, значит, довольный, а тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда выявилась девица, молодая, серовласая, как ты сказал. А вдобавок она была ранена и едва дышала от усталости. Она помчалась в сторону детских хат и неслась, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, уругал ее, что она мне помешала, но она не слышала. У меня же голоса не было. Что ты знаешь о ведьмах? Они старые, как эта чаща. Вредные, злые. Лучше их не злить. А если кто-то все-таки перешел им дорогу? Могут отобрать голос, а могут отобрать жизнь. Как им вздумается. Гнусные бабы, но по-своему заботятся об этой земле. Говорят, они всегда выполняют обещанное. Только надо думать, о чем просишь. Ты их не встретишь и не услышишь, покуда они сами не захотят. И помни, они слышат и видят все, что делается на болотах. Я был в деревеньке на болотах и встретил женщину. Она, наверное, и есть ведьма. Тебе не показалось, что она с приветом? Мягко сказано. Фу, значит, это не я странный. А она просто бабка, о сиротах заботится. Она говорит... Будто меня дети выдумали. Сиротский приют на болотах? А чем тебе болото не нравится? Я тут всю жизнь живу и всем советую. Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривает? Я-то к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог. И я не буду вредничать, и тоже тебе помогу. Пойдем.
У нас на дворе подворье, погода размокропогодилась. У нас на дворе подворье, погода размокропогодилась. Все в порядке. Ни полведьмы не видать. Сейчас спою бабушке, успокою ее. Соловьи уже умолкли, умер ветерок, а луна из черных тучек сыплет свой песок. Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой, поищу. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, Вавуся. Спокойно. Тебе вредно волноваться. Девушка, о которой я спрашивал. Бабусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяек. О, нет, нельзя. Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, бабуся, выслушай меня. Я нашел Ясеньку, когда она пропала. Нашел. Горячку у гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии. Так вот сейчас я кое-чего хочу. Ты уж, бабуся, ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет, кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик, помогу ему. Ступай за мной. Ивасик добрый мальчик, а вот хозяйки его не любят. Паршивая тварь. Не любят его. Что за женщина на гобелене? Это хозяйки. Всемогущие хозяйки, отзовитесь на призвание. Жалкий червь перед вами встанет. Смеешь нарушать наш покой, женщина. Кто говорит твоими устами? Не дурен с собой, не глуп. И где ты такой выискался? Значит, вы и есть три ведьмы? Ведьмы? Где ты услышал такую мерзость? Опять бабы по деревням сплетничают. Зависть и низость людская не знают границ. Разве мы похожи на ведьм? Проверь. Коснись меня, седой. Где тебе больше нравится? Мне кажется, или этот гобелен сделан из волос? О, какое прикосновение! Юноша, коснись-ка еще!
Откуда вы берете человеческие волосы? А ты не слышал о пострижении? В этих краях мальчик становится взрослым, когда в первый раз обрежут волосы. Наша сестра делает гобелены из волос. Ровное плетение — хорошая судьба. А неровное? Неровное приходится распускать. Проклятие держит вас в этом гобелене. Какой пытливый. Нас не проклянешь. Это мы проклинаем. Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? Какой ретивый. Может, он любит только сероволосых? Эта девушка моя приемная дочь. С такой красоткой это не мешает. Мне мешает. Смотрите-ка, какой впечатлительный. Пенится, как пиво в катке. Люблю таких. Значит, вы встречались. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? Тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошел на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись гнева и страданий, темная сила восстала у штейкеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Все расскажем о твоей барышне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгеры тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Стилет? Зачем? Покажешь стилет, и староста поймет, что ты от нас. Он во всем поможет. Со старостой этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина! Отдай стилет! А ты возвращайся, когда выполнишь задание. Да, госпожа, стилет. Принести стилет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Плату от старосты положишь на валун. Лысый валун. Валун лысый. Знает валун. Валун слышит. Уходи отсюда. Не место тебе здесь.
Чай живет из пуч, бабушка еда. Много денег у старушки. У нас на дворе подворье, погода размокропогодилась. Ха!